кастета уложила и для золота мешок. А потом, конечно, мыло, а потом, конечно, мыло, зубной порошок. Дорогой кормилец наш, сокол одноглазый, ты смотри на абордаж, ты смотри на абордаж, попусту не лазай. Без нужды не посещай злачные притоны. Зря сирот не обижай. Зря сирот не обижай. Береги патроны. Без закуски ром не пей, очень вредно это. И всегда ходи с бубы, и всегда ходи с бубы, и всегда ходи с бубы. Если хода нету. Но на этом месте вдруг перебил старушку внук, перебил старушку внук. Слушай, бабка, если все так тебе знакомо, ты давай сама езжай. Па-па-па-пам-пам-парам-пам-парам-пам-парам. А я останусь дома. Большой видеоролик, чтобы вы еще чуть-чуть обо мне узнали. Но там совсем немного, наверное, покажется. Пусть у меня останутся еще какие-то козыри. Предлагаю внимание видеоролик. Yeah.
блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Ольга! Леди Ольга! Ольга! Леди Ольга! Ольга! Кто ангины и простуды лечит лучше, чем микстуры? И легко без затей лучше разных врачей всех людей спасает. Одно. Дети могут стать взрослее, только я не постарею. И опять, и опять будут все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года, не забудь меня. Ольга! Леди Ольга! Ольга! Леди Ольга! Само совершенство, вы само совершенство, значит, я педагог. Ольга! Леди Ольга! Ольга! Леди Ольга! Хотя стройнее туполя мой став, хотя и щеки огненный тюльпан, но для чего художник своенравный ввел тень мою в свой пестрый балаган? Сегодня я вам немного расскажу о себе. Родилась я рядом с Цветным бульваром, поэтому, наверное, так люблю цветы. Цветы нам дарят настроение и пробуждают вдохновение, как символ чистой красоты. Ведь очень трудно без мечты. И остается прочно с нами все то, что связано с цветами. В них растворились краски звезд, и мир любви без мук и слез. Вот такие легендарные места есть в центре Москвы на Цветном бульваре. Здесь когда-то я бегала девчонкой, потом повзрослела, гуляла с молодыми людьми, а потом уже и со временем стала прогуливаться с коляской, в коляске был мой сын. Ну, я, наверное, так же, как и вы все, имею свое хобби. Я люблю вот такие маленькие, такая маленькая слабость у меня есть. Вот такое маленькое чудо я вырастила у себя дома, в Москве. Он подрос и стал вот таким аппетитным. Ну, а это дамские мальчики с дачной грядки. Любовь к труду и земле у меня с детства. И земля щедро мне платит урожай. А это моя вторая мама, которую я очень люблю. Это замечательный человек, великая дружница. Зовут ее Быкова Зинаида Яковлевна. Она всю жизнь проработала в школе шеф-поваром и была отличным кулинаром. И когда мне трудно, я всегда обращаюсь к ней за советом. Конечно, люблю отмечать праздники. Мой самый любимый праздник – это Новый год. Что такое Новый год? Это дружный хоровод. Это дудочки, скрипки, шутки, песни, улыбки. Что такое Новый год? Новый год – мороз и лед, и в танцующих снежинках незаметные пружинки. Вот что значит Новый год. Безумно люблю зимний лес. Я чувствую себя в нем, как в сказке. Мне порой кажется, что это мой второй дом. И всегда вспоминаю стихи моего любимого поэта Афанасия Афанасьевича Фета, поэта чистого искусства. Мне кажется, что в нем, в его стихах есть какая-то вселенская мудрость, особенно зимой. Вспоминаются строчки стихотворения «Учись у них у дубы березы». И когда мне трудно, оно меня всегда выручает. «Учись у них у дуба, у березы. Кругом зима, жестокая пора. Напрасные на них застыли слезы. И треснула, сжимаясь гора. Все злей метель. И с каждой минутой сердито рвет последние листы. И за сердце хватает холод лютый. Они стоят. Молчи и ты, но верь весне, ее промчится гений, опять теплом и жизнью дыша. Для ясных дней, для новых откровений, переболит скорбящая душа. Ну, а это мои дети, Лапочка-дочка и милый сыночек. Без них моя жизнь была бы неполной. А сейчас маленькие жалости наши домашние будни.
Здесь наш любимица, пернатое создание, веселый попугайчик Алисинка. У нас есть Иннокентий, это Алиса Георгиевна. Иннокентий Христианович здесь отсутствует, он сидит в клетке. Вот такая шалунья, акробатка. Я надеюсь, она вам тоже понравится. Не тот, кто в детях видит только детей, а кто сумел вовремя распознать в них взрослых. Мои ученики заметно повзрослели. Мы совершали с ними экскурсии по местам боевой славы. Учились подходить ко всему творчески. Бились над решением трудных задач. И, конечно, любили отдыхать. Вечерние прогулки по Москве оставили самые теплые воспоминания в наших сердцах. Ну, мы умеем хорошо работать, умеем хорошо и отдыхать. Ну, а это наш дружный 9-й Б. Я очень надеюсь, что ученики из 9-го класса займут свое достойное место уже и в 10-м классе гимназии 1552. А сейчас для вас, мои дорогие, я подготовила еще один сюрприз. Сегодня день сюрпризов. Я исполню для вас песню, которая стала моим девизом. Надеюсь, она вам понравится. Thank you.
Один торговец отправил своего сына узнать секрет счастья у самого мудрого из всех людей. Юноша 40 дней шел через пустыню и, наконец, подошел к прекрасному замку, стоявшему на вершине горы. Там жил мудрец, которого он искал. Однако вместо ожидаемой встречи со святым человеком наш герой вошел в залу, где все бурлило. Торговцы входили и выходили, в углу болтали люди. Небольшой оркестр играл сладкие мелодии, и стоял стол, уставленный самыми изысканными кушаньями этой местности. Мудрец разговаривал с разными людьми, и юноше пришлось около 2 часов дожидаться своей очереди. Мудрец внимательно выслушал объяснение юноши о цели его визита, но сказал в ответ, что у него нет времени, чтобы раскрыть ему секрет счастья. И предложил ему прогуляться по дворцу и прийти снова через 2 часа. Мудрец, однако я хочу попросить об одном одолжении, сказал он, протягивая юноше маленькую ложечку, в которую он капнул 2 капли масла. Во время прогулки держи эту ложечку в руке так, чтобы масло не вылилось. Юноша начал подниматься и спускаться по дворцовым лестницам, не спуская глаз ложечки. Через 2 часа он снова пришел к мудрецу. «Ну как?» — спросил тот. «Ты видел персидские ковры?»
который находится в моей столовой. Ты видел парк, который главный садовник создавал в течение 10 лет? А ты заметил прекрасные пергаменты в моей библиотеке? Юноша в смущении должен был сознаться, что он ничего не видел. Его единственной заботой было не пролить капли масла, которое доверил ему мудрец. Ну что ж, возвращайся и ознакомься с чудесами моей вселенной, сказал мудрец. Нельзя доверять человеку, если ты не знаком с домом, в котором он живет. Успокоенный, юноша взял ложечку и снова пошел на прогулку по дворцу, на сей раз обращая внимание на все произведения искусства, развешанные на стенах и потолках дворца. Он видел сады, окруженные горами, нежнейшие цветы, утонченность, с которой каждое из произведений искусства было помещено именно там, где нужно. Вернувшись к мудрецу, он подробно описал все, что видел. «А где те две капли масла, которые я тебе доверил?» — спросил мудрец. И юноша, взглянув на ложечку, обнаружил, что масло вылилось. «Вот это и есть тот единственный совет, который я могу тебе дать. Секрет счастья в том, чтобы смотреть на все чудеса света, никогда не забывая о двух каплях масла в твоей ложечке. Если вы сумеете разгадать эту притчу, мне очень хочется, чтобы каждый для вас ее отгадал и понял, ну что же такое эти две капли масла. Наверное, вы станете счастливы. Спасибо. Я попрошу помочь Татьяну Борисовну, она обещала мне помочь, Татьяна Борисовна. У меня на экране, можно вас попросить тоже, Светлана Андреевна, не трудно вам будет? Вот мы все оставили там. Мы в зал сейчас раздадим маленькие сувениры. Да, в маленьком пакете, это для жюри, в большом. Мальчики, помогите, пожалуйста, каждому. Вы видите, что здесь журавлик, да? А журавлик, вы, наверное, знаете, это символ счастья. Поэтому мы с вами сегодня запустим нашего журавлика. Я очень люблю готовить. И решила для вас зачем на земле ты вечный шум? Собирай.
Там пирожков, пирожки на всех есть. Посмотрите, пожалуйста, второе там стоит еще. Доставайте. Я думаю, что всем хватит. Не зря же я старалась. Раскройте, пожалуйста. Начните с мужчин. Они вот здесь сидят, голодные. Возьмите, пожалуйста, возьмите, возьмите, возьмите. Все, пожалуйста. Попробуйте. Это мой кулинарный журнал. Повторы со мной. На складке ярмарки. Стоит нечто особенное. Такое же. Поэтому бегите, радуйте, близкие. Пока Голландия не очень понимает, что ей делать, и молодой голландец пока не знает, что ему противопоставить более, гораздо более опытному соотечественнику. Голландия не знает, что ей делать со сборной России. 15 минут уже не знает. Ван дер Сар с мячом. Ну, может быть, Ван дер Сару пойти центрального нападающего сыграть. Подбор выиграли голландцы. Мяч прилетел в руки Ван дер Сару, который уже в сад... Твои.
во-первых, прежде всего, да, мы большой благодарностью каждому из вас вручаем грамоту участника конкурса «Учитель года гимназии 2012» и наши цветы. Пойдемте, девочки. Спасибо вам. Спасибо вам. Цветы. Но по баллам, и я думаю, не только по баллам, победила в этом году учитель физкультуры Ирина Викторовна. Награду нашей школы. Вот я 25 лет проработала, прежде чем додумали змеи кручить. Это я первый раз. Да, нашу медаль. И, пожалуйста, медали участников другим нашим участникам. Так, это еще не все, благодарю. Уважаемые коллеги, хочу всех вас поздравить. Я получила просто супер большое поздравление. Вы знаете, я вообще очень люблю вашу гимназию. Я люблю всех ваших педагогов, потому что такие сильные педагоги, как ваша гимназия, встречаются очень редко. И на любой вашей кафедре работают очень большие специалисты, которые из каждого ребенка могут сделать очень-очень большую конфеточку, такая, которая будет в этой счастье, и этому ребенку будет много счастья от того, что с ним работают такие педагоги. Но особая слабость, и все это прекрасно знают, все члены жюри, у меня к учителям физкультуры. Да. Это правда. Вот я не знаю почему. Из года в год. Я всегда спрашиваю, кто принимает участие. Если есть учитель физкультуры, вот я сразу понимаю, что все, конкурс удастся. Знаете, вот это правда. Вот все. Это, я вам говорю абсолютно искренне. Правда, Борис Михайлович? Вот только, как и сейчас мы сидели, вспоминали всех участников, которые были много-много лет. Вы знаете, я очень рада, что в этом году победил учитель физкультуры. Мне понравились вы все, безумно все понравились. Но какая-то такая особая надежда у меня все-таки была. Я вас очень благодарю, что вы выполнили мою надежду многолетнюю. Я понимаю, что дальше мы можем идти много-много лет, еще через 10 лет, наверное, опять исполнится какая-нибудь очередная мечта. Я вручаю вам поощрительный грант. Он у нас много лет, опять же, составляет одну и ту же сумму, это 50 тысяч рублей. Работайте, стремитесь, любите детей, и они будут отвечать вам только взаимностью. Всего вам самого хорошего. Спасибо. На самом деле я не состоялась бы как учитель гимназии без своих коллег любимых. Я это еще говорила на первом этапе конкурса. Спасибо вам огромное. И мы команда, это действительно так. Я, если честно, много в моей жизни было побед, и не раз мне одевали чемпионскую медаль, но почему-то именно эта победа, не знаю, мне далась как-то, не знаю, неожиданно, и потому что мои конкурсанты вместе со мной, кто принимали участие, считаю, что все сильные, достойные педагоги, учителя. Я знаю, как дети, многие говорят, что в этом году именно участвуют все те учителя, которых они любят, и выбрать кого-то одного им тоже тяжело, я их понимаю, потому что действительно это так, и когда я услышала свою фамилию, я сегодня счастлива. Спасибо огромное, особенно и мамочке с папой моим тоже большое спасибо, которые пришли за меня поболеть сегодня. Я вас очень люблю и рада, что именно так и сегодня. Все, и, ребят, ученики, огромное вам спасибо. Спасибо. Я вас люблю.
спасибо, дорогие зрители. Еще раз искренне спасибо конкурсантам. Я уже много раз говорила, что по себе знаю, как тяжело. И в то же время это что-то дает. И то, что мы вас за время конкурса, и особенно сегодня, мы сидели и думали, а почему мы раньше не знали этого? А почему мы раньше не видели этого человека на сцене? Спасибо за огромное удовольствие. С праздником очередной кончился, я думаю, будет еще один. Спасибо большое.